Искусство момента в Новосибирске сегодня заработала первая некоммерческая фотостудия. Проект для начинающих фотохудожников реализуют в железнодорожном районе. Все желающие могут узнать о том, как правильно выстраивать кадр, ставить свет и поработать с профессиональным оборудованием. Подробнее Сергей Толмачев. Хочешь фотографировать, а на профессиональную студию нет денег? Решение проблемы предлагают инициаторы первой в Новосибирске некоммерческой фотостудии. Несколько фонов. Самый популярный – белый, серый, черный. И для любителей виртуальной реальности – зеленый. Самое главное – разнообразие световых приборов. Это просто великолепно, потому что начинающий фотограф прийти в фотостудию, в любую, заплатить за аренду некую сумму. Немалую, в большинстве своем. Не каждый себе может позволить. И тем более, если ты не умеешь снимать, пришел, заплатил, наснимал, не получилось, обидно, досадно. А тут пришел, поснимал, набил руку, а потом уже отправился в большое плавание. Проект некоммерческий, и его авторы ни копейки не вложили в оборудование. Идею помогли осуществить представители бизнеса на безвозмездной основе. Присутствуя здесь, я вижу, что молодые люди, которые первые шаги фотографии делают с неподдельным интересом, эту инициативу оценили, пришли сюда со своими фотоаппаратами. Но если интерес будет проявляться, будем этот проект сопровождать, мониторить и поддерживать. Первая некоммерческая фотостудия в Новосибирске находится в молодежном центре железнодорожного района «Этаж». Очередь на фотосессию уже можно занимать. Сергей Толмачев, Андрей Баев, Олег Сурков. Новости ОТС.